Ребята, всем привет! Всем привет! И мы начинаем наш солнечный день, влог. Да, кто соскучился? Ой, упала тут штучка. Данька ездит с такой штучкой. Давай. Из дома стащил. Из дома стаскивает. Вместо игрушек играется вот да. Такими штуками. Серьезный мальчик, он у нас игрушками особо не играет. Мы идем на прогулку, у нас сегодня такой солнечный день, но хотя утром был пасмурным. Всех поздравляем с пятницей. Да, да, отдыхать, не работать. Да, эта неделя прошла очень быстро, у нас дома вообще завал аврал, там еще половина что-то не разобрана, не разбита, в общем, все, что половину разобрали, половину не успели, будем на выходных разбираться дома. Да разбираем, ничего страшного. Мы вышли на прогулку, у нас садится батарейка, как печально это. Да, ну мы не заряжали давно, да. Камеру не заряжали. В общем, у нас Данька научился очень многому всему за время отпуска, да. Он теперь любит крутиться вокруг себя, а еще собирать в коробочку карандашики любит. Раньше никогда он не складывал, только разбрасывал все. И у него есть кубики такие, в пакет тоже начинает собирать кубики. Ну, в общем, он вообще немного изменился у нас. Стал немножечко другой. Мышление, да? Да. Да, немножко у него прибавилось каких-то умелок. Каждый день я замечаю, прям прибавляется. И еще что-то хотела сказать, вспомнила. Что-то хотела прям такое серьезное сказать. И забыла. Ну ладно, вспомню, расскажу попозже. Потом. Бывает и такое. А еще здесь вот такая машина стоит, и она что-то там под капотом у нее стучит, и уже второй день стучит. Мы вчера здесь гуляли, и тут тоже был такой стук подозрительный. Я говорю, может, кто-то там сидит, просится, чтобы его выпустили второй день. Даня тут носится, салфетницу из рук не выпускает, бегает с ней. Я вспомнила, что хотела сказать по поводу сна Данька. Он здесь сейчас вот эту неделю плохо спит, у него лезут зубы, вот там десна вся вообще вдрызг. И, в общем, он по 5 раз ночью просыпается, а сегодня вообще час поспал днем всего лишь. Обычно у него 3-4 часа, но нет, сегодня прямо очень мало поспал. Села батарейка на камере, снимай на телефон. Сам Данька веселый, он, в принципе, вообще нормально, как бы не хнычет днем вот так, но, видимо, по ночам как-то ему тяжело и плохо спит. Вот. Бегает, носится уже так очень быстро, прям за ним приходится бегать. Бегом бегает уже. Кстати, мы вчера вот в магните купили на пробу персиков и черешни. Оказалось очень вкусно, хотим сегодня тоже зайти купить. После прогулки зайдем, прям очень вкусно уже, сладкий прям очень. Не наелись мы в Краснодарском крае персиков и черешни еще пока. Ну и Даня у нас очень хорошо ест с творожком, с кашей. И персики, и черешню, и все, и все фрукты. А еще сейчас сезон авокадо. Здесь хорошая большая площадка, Данька как-то не особо вообще по площадкам ходит, по детским. А здесь за счет территория того, что более-менее закрытая территория и большая территория, он здесь носится прям. Можно этот счетчик вешать, километраж проверять. Угу. Носится туда-сюда. Еще такая фишка у него сейчас пошла. Он смотрит в одну сторону, идет в другую. Воображает. Он такие. Оп! Скажи, дезориентировался. Ага. Пространство.
что, скоро выйдет какое видео на нашем канале? 155-е. Нет. Сколько мы денег потратили? А, да, бюджет. Мы запланировали снять бюджет видео. Бюджет нашей поездки. Обязательно его снимем, не пропустите. Скоро-скоро совсем. Да, очень скоро. Еще у нас немножко на Wildberries мы перестали снимать, потому что у нас был отпуск, и мы подготовку прошли, и очень много было нюансов с бронями. Поэтому мы, да, некогда было этим заниматься. Но я думаю, что да, скоро у нас тоже на канале выйдет. Кто ждет, ждите, скоро будет. Обязательно. Данечек. Вертолеты летят. Кстати, вот дома наши. Что-то они сначала очень быстро строились, а сейчас так медленно. Замерли прям, да? Обычно мы отсутствуем 2 недели, приезжаем, а дом готов. А какие здесь красивые цветочки растут. Как они, гортензии, по-моему, называются. Вот мы решили сейчас пойти вот этой тропой до озера нашего. И потом уже выйдем в магнит. Угу. Даня научился прилеплять магниты на холодильник. Да, Данюш? Да. Вот так вот, молодец. И наклейки прилепляет. А Луч кто-то играет. Луч, по тебе многие соскучились, потому что ты спишь. Ты скучаешь, Лучик, ты скучаешь. Ку-куй. Вот те вещи, которые осталось разобрать. Говорю тихо, потому что Танюшка спать лег, а у нас дверь открыта, чтоб немножко продувало. Ваши дети тоже спят подушкой на голове. Представляете, такая жара. Он накидывает эту подушку на голову и спит с ней всегда. Но я не знаю, потом снимаю, стараюсь, если он крепко спит, я в него снимаю. Иногда пару раз он проспался из-за этого и снова накидывал подушку на голову. Я не знаю, он создает темноту или еще что, но... Я свет выключаю, как бы темно в комнате. Ему не должно ничего мешать. Вот, но тем не менее, вот так вот в жару даже происходит. Мы с собой подушку брали, кстати. Дима пошел сейчас с Лучиком на прогулку. Да, сегодня был день такой. Завтра выходной, воскресенье. Сегодня Данюшек устроил, конечно, жару. В плане того, что у него столько энергии, хотя он поспал 1 час всего. Но это вообще такая ягоза, просто вообще невозможно. Он носится, прыгает, бегает на площадке 10 раз. А обычно он как бы устает, утомляется и просит посадить его, либо взять на ручки, либо посадить его в коляску. Что и мы дальше идем, просто на коляске гуляем. Вот, а сегодня он прям как заводная юла какая-то, просто вообще. Ну, кстати, зашли, мы купили персиков. Классные вот персики будем лопать попозже чуть-чуть с Димой. И я еще взяла вот этот, господи, как он называется? Почему я забываю все? Как тебя зовут? Грейпфрут хотел сказать. Нет, это же манго. Манго, вот. Память плохая стала вообще. Ужас какой-то, надо развивать, надо на работе, когда работаешь, постоянно с цифрами, постоянно какие-то движения, и память гораздо лучше сейчас, вообще просто какой-то ужас настал. Вот, так что сейчас будем с Димой тоже делами там заниматься, нужно разобрать кое-что. В общем, время пока 10, Даньку сегодня пораньше положили спать, потому что он, ну вот, мало поспал. И, кстати, он все отказывается купаться в стульчике для купания, теперь только в ванну, коврик и как в бассейне, короче, купается у нас теперь Данек. За ним глаз да глаз, он там ползает, переворачивается, еще что-то, в общем... Да, энергии у ребенка теперь стало гораздо больше, следи да следи за ним. Ну, к
Кстати, на улице еще так классно светло. Правда, у нас вон там туча какая-то идет. Вон с той стороны. Вот, а в целом еще даже какие-то дети гуляют, маленькие, причем на беговелах. Не знаю, мы сюда Данька укладываем, ну, в 9-10, а он у нас засыпает уже. Ну, конечно, если зубы болят, он ложится попозже, но в целом мы стараемся соблюдать какой-то режим, график, и у нас это получается. Ну, не знаю, некоторые, наверное, думают, что летом может подольше гулять. Ну, может быть, попозже, когда он подрастет немножко, он так и будем делать, но сейчас пока он совсем еще карапуз. Ладно, побежала я. А вот и довольный Лучик пришел с прогулки. Ты довольный, Лучик? Мону видел? Видел Моночку? Нет? А кого видел? Ричика? Кокосика видел? Ричика видел? Кокоса? Мону? Кого видел? Мону видел? Нет? Не видел Моночку. Мона спит, наверное, уже. Посмотрела сериалы и спит. Да? Морда моя сладкая, морда. Носик мой. Нагулялся, погулял.